А Киев с ночи засыпает снегом. С самого утра в столице из-за осадков затруднено движение транспорта. Подробнее о ситуации расскажет корреспондент ЮАТВ Евгения Бурда. Она на прямой связи со студией. Женя, доброе утро. Какая ситуация сейчас на дорогах? Доброе утро, Тимофей. После оттепели весенней погоды в Киев снова вернулась зима. Буквально полчаса назад сыпал густой снег крупными хлопьями. Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась, и на дорогах тоже стало свободнее. Хотя местами снежный покров достигал 5-10 сантиметров. И еще утром уровень пробок на дорогах оценивали 7 баллов по 10-бальной шкале. Сейчас, как мы видим, на дорогах снег уже растаял, и он был расчищен, проезд обеспечен, ходит общественный транспорт. Но самая сложная ситуация оставалась на Южном мосту, набережном шоссе и в центре города. И уже с утра зафиксировали около 30 дорожно-транспортных происшествий. Укргидрометцентр оценил уровень опасности как желтый. С ночи начался снегопад в Киеве, и уже ночью коммунальные службы вывели на дороге снегоуборочную технику. Это около 400 единиц. И на дорогах государственного значения также обеспечивается проезд. Укравтодор пока об особых сложностях не сообщает и трассы не закрывает. Чистят в Киеве и аэродромы. В аэропортах сообщают, что самолеты на прилет принимают и отправляют в рейсы практически без задержек. И по прогнозам синоптиков, снег еще сегодня может быть до вечера, а уже в ближайшие дни нас снова ожидает солнечная погода, плюсовая температура. И, наверное, сложнее всем придется тем, кто плохо переносит перепады температуры. На этом у меня все. Студия. Спасибо. Спасибо, коллега. Корреспондент ЮТВ Евгения Бурда рассказала о погоде в Киеве. С самого утра в столице из-за осадков было затруднено движение транспорта.